Раз, раз, раз. Всем привет, мои хорошие. Я без настроения. Знаете почему? Я села снимать видео, оказывается, не включила камеру. Хорошо, что вовремя очухалась, а съела всего 3 закуски, но какая-то часть видео все равно ушла в урну, как же это обидненько. Вот, 3 штучки я съела здесь и съела лапшу. Но я надеюсь, вы мне верите, что так оно и было на самом деле, как это обидненько. Ну да ладно, начнем сначала. Я рада вас всех приветствовать на моем канале. Подписывайтесь обязательно, честно, это очень важно для меня. Итак, что у нас здесь? У нас здесь бутерброды с красной икрой. Это не настоящая икра, и мне захотелось попробовать. Здесь у нас соевый соус, очень вкусный, потому что я уже попробовала. Очень вкусная закуска. Со шпротами мы снимали рецепт. Ссылочку на рецепт я вам в обязательном порядке оставлю в описании под видео. Здесь у нас также бутерброды с красной икрой и сыром Филадельфия. Небольшого размера бутерброды, но все же хорошо, что хотя бы их не схомячила сразу с первой минуты. Здесь у нас лучок, соевый соус. Вот не люблю я такие казусы. Ну вот не люблю. Что за тупость, а? Вот сразу настроение портится. Так хорошо начала. Так хорошо зашли эти... Я, получается, проверила микрофон и такая выключила и села снимать. Смотрю на экране, вроде вижу себя и думаю, как классно. Болтаю, ем. Ну ничего страшного. Особенно, знаете, когда обидно. Это раньше у меня было. Я не проверяла микрофон. Садилась снимать видео. А оказывается, микрофон не работает. Почему это бывало? Это очень чувствительный микрофон. И на нем порой садится зарядка. Я раньше не проверяла, кстати, сейчас тоже села, не проверила, работает он или нет. Прикиньте, не работает. Так лопается во рту. И вот раньше, раз в 3 месяца у меня был такой казус. Постоянно я сажусь снимать видео, оказывается, батарейка на микрофоне села. Теперь я просто для профилактики каждый месяц 1 числа меняю батарейку в обязательном порядке. И каждый раз, когда снимаю видео, обязательно проверяю. А то жалко. Накрываешь стол, снимаешь классное видео. А потом оказывается, что звука нет. А что значит, что в мукбанке звука нет? Это значит, нет мукбанка. У меня вот такое ощущение, сейчас я повторяю, как попугай, одно и то же. Сегодня у меня достаточно сложный день. Мы сегодня сняли 2 рецепта для кулинарного канала. Этот рецепт и еще кекс, очень вкусный. Я уже половину кекса съела. И вы представляете, за сегодняшний день я сняла 3 мукбанка. Иногда бывает, вот есть вдохновение, желание снимать мукбанки, и ты прям каждый прием пищи хочешь запечатлить. А порой бывает апатия. Наоборот, ничего делать не хочется. Такое состояние.
Я по вечерам начала смотреть мукбанкеров. Не обязательно свой контент, но свой, кстати, тоже смотрю. Мне интересно. И все, что я рассказываю, и как я кушаю. Не то, что я как бы себя хвалю, хотя, наверное, это звучит так. Но, честно, мне очень нравятся мои мукбанки. Я их реально пересматриваю. Не все, конечно. Но есть у меня любимые. А вообще, я не знаю, что на меня нашло, но последнее время я каждый вечер смотрю либо АСМР, либо мукбанг. У меня просто все рекомендации переполнены подобными видео. Возможно, кто-то ошибочно предполагает, что, например, Айка снимает мукбанги просто потому, что она получает за это деньги, и у нее нет абсолютно никакого интереса к этому. Но я являюсь также и прям ярым зрителем этого контента. И, кстати, достаточно придирчивым зрителем. Вот кто-то ест, мне нравится, например, а кто-то для меня неаппетитно ест. То есть для меня выбор мукбанкера – это не просто пальцем в небо, да. Бывает даже, знаете, стол не настолько крутой, так скажем, да. Там девушка поставила просто какой-то борщ и кушает его, там два огурчика и чай, например, да. Это не столь важно для меня, как именно человек употребляет еду. Это прозвучит достаточно странно. Весь YouTube у меня в таких видео. Просто сплошь и рядом. Естественно, моя любовь такая же, как и у вас. Роллы. Я обожаю смотреть роллы. Началась осень. Начались холода. И... ну, такое хорошее настроение. Просто не представляете. Я так рада этой осени. Это лапша. Она какая-то сверхострая. Я такую не очень люблю. Вообще острое не люблю. Я даже бульончик допивать не хочу. Острые. Сейчас пар будет из ушей. Все это убираем. Ой, вкуснотища. Кстати, некоторые видео я снимаю на запас. Я уже вам рассказывала. По-моему, рассказывала, что мы едем в Грузию. И там будем где-то 3 дня, плюс еще день, когда я буду собирать вещи, день, когда я приеду. Мне кажется, мне будет не до мукбанков. Поэтому я уже подготовила 2 очень интересных видео с интересными темами разговоров. Уже на 9 число и 10 число. Просто в закрытом доступе они у меня. То есть даже без моего ведома, без моего участия эти видео будут опубликованы. Это функция YouTube. Очень удобно. Мы улетаем 10-го. Я опубликовала 9-го и 10-го. Я раньше всегда хотела, чтобы у меня была программа. То есть, например, я сегодня ничего не делаю, но у меня публикуются видео. И также на неделю вперед. Но вы знаете, с одной стороны, это не очень удобно. Потому что, например, я сегодня публикую видео, читаю комментарии, делаю какие-то выводы. Исправляю что-то. Либо ракурс, либо то, что я сказала. Что-то неправильно сказала. Могу оговориться, сказать какую-то фигню.
Но вам скажу одну вещь. Если у вас тоже есть желание, ой, сыпется икра, видите, снимать видео на ютубе, я вам рекомендую именно быть блогером разговорного жанра. Рассказывать про себя, открываться аудитории. В процессе того, как я ела, чуть не чихнула и чуть не подавилась. Не знаю, то, что начало этого видео так испортилось, у меня уже как-то, знаете, даже какого-то настроя нет. Я не могу сосредоточиться. Мне уже даже, знаете, хочется это видео удалить. Я вот не люблю, когда такие казусы происходят. И уже вот я снимаю видео и думаю, блин, стоит дальше снимать или нет. Начала нет, картинки классной нет, обложку как сделаю. Короче, ладно, мои хорошие, спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю. С вами была Эмили.